Итак, растениям, которые попали под длительное переохлаждение, а длительное переохлаждение – это очень серьезный стресс для растений, этим растениям необходимо помочь. Что мы делаем? Приезжаем в садовый центр «Виктория», видим большое количество удобрений, комплексные удобрения, удобрения с микроэлементами, но до них дело дойдет чуть-чуть попозже, а начинаем мы экстренную помощь со стимуляторов роста. Ну, самые распространенные, проверенные стимуляторы – это эпин и циркон. Они очень хорошо работают как на переохлаждение, так и на перегрев растения, на недостаток влаги, на избыток влаги. Вот если, скажем так, не заморачиваться, вы берете вот эти недорогие и эффективные препараты, обрабатываете растения и за счет вот этой обработки значительно ускоряете восстановление, значительно ускоряете развитие растений. Из более новых препаратов, вот об этом препарате я уже неоднократно рассказывал, Мивал Агро. Это препарат на основе органического кремния. Органический кремний, он способствует лучшему усвоению калия и особенно фосфора, что чрезвычайно важно в прохладную дождливую погоду. Итак, вот Мивал Агро, я считаю, это как раз препарат именно вот на такую погоду, которую мы наблюдали в конце мая, в первой половине июня. Очень хороший препарат, мы также рассказывали о нем в рамках передачи «Зеленый остров», препарат «Энерген». Препарат биологического происхождения, обладает очень высокой эффективностью, прежде всего для восстановления корневой системы. Чуть попозже у нас зацветут томаты, и у томатов будут довольно серьезные проблемы с опылением. Дело в том, что вот после такого стресса, если цветочек даже распускается, он может просто отпасть. Плод из него не завяжется. Вот для того, чтобы стимулировать растения в момент цветения к завязыванию плодов, вот можем воспользоваться таким препаратом. Препарат Бутон, препарат на основе гиберлиновых кислот. Здесь нет никакой химии. Здесь все только препараты, полученные из биологического сырья, не вредящие здоровью человека. Обрабатываем и за счет этого значительно увеличиваем урожай. Ну и особенно я предлагаю обратить внимание вот на этот препарат. Препарат HB101, препарат японского производства. Не первый год мы им пользуемся, не первый год он нам помогает. Особенно этот препарат интересно применять в начальный период вегетации, потому что он стимулирует развитие более мощной корневой системы, он стимулирует более раннее и большее нарастание листового аппарата. Сегодня мы говорили, что нам нужно помочь и корням, и листьям быстрее восстановиться. Итак, вот таким вот препаратом воспользовались, растения быстренько восстановились, и мы получили с вами богатый урожай. И все вот это мы можем приобрести в садовом центре «Виктория».